У всех нас с самого детства особая любовь к рисованным мультфильмам. И я уверен, что большинство из вас, как и я, хотели бы поучаствовать хоть немного в создании таких шедевров, как «Король Лев», «Аладдин» или «Ну погоди», чтобы понять, каково это уметь оживлять неживое. Создание мультфильма – это упорство и терпение, которое начинается с идеи. Настолько живой, что она способна расшевелить наше воображение, задеть за живое и вылиться, пусть в небольшой, но сценарий. После его написания, а зачастую и параллельно с ним, на анимационных студиях начинается процесс препродакшена, то есть предварительной и подготовительной работы. В рисованной мультипликации препродакшен, как правило, начинается с создания концепт-артов, рисунков, передающих атмосферу будущих сцен мультфильма, и раскадровки, которая представляет собой череду кадров, один за другим визуально передающих сюжет истории. Когда оказываешься в творческой среде, тебе позволено совершать ошибки. Можно экспериментировать, пробовать что-то новое. А если не выходит, то никого не стоит упрекать. В раскадровке не важны детали и опрятность. Главное визуально передать суть сцен и ключевые эмоции, которые позволяют на раннем этапе понять, как лучше всего преподнести историю. Режиссер вступает в игру сразу на стадии раскадровки, так как именно в этот момент создается особый стиль визуального повествования. В домашних условиях для раскадровки можно ограничиться стенами собственной комнаты или вообще компьютерной программой, как Toon Boom Storyboard, в которой можно также создавать аниматики. Аниматиком называется ролик из сменяющихся кадров раскадровки. Аниматик позволяет вовремя понять, не затянута ли сцена, или сделать реплики более убедительными или смешными. Уже проделано немало работы, а мультфильма все еще не в одном глазу. Все потому, что мы до сих пор не нашли общий язык с нашими рисованными персонажами. Я имею в виду, что самое время их озвучить. К озвучанию персонажей актеры приступают после того, как готов аниматик. Они знакомятся со сценарием и под руководством режиссера сцена за сценой, дубль за дублем играют доверенные им реплики. Перед рисованием аниматика также проводится черновая читка сценария, но чаще всего ее делают не актеры, а сами аниматоры. Одну из ключевых ролей в создании мультфильма играют художники по персонажам. На их плечи ложится ответственность по созданию привлекательной личности, которая бы могла своим внешним видом передать внутренний мир героя. Персонаж проходит несколько стадий очистки и упрощения, чтобы затем мультипликаторы могли его легко анимировать под разными углами. Когда вы глядите на персонажа, вы не понимаете, что вас в нем привлекает. А вот художники знают наверняка, что главное — это детали во внешности и особенности натуры. Если вам нужно нарисовать для мультфильма сверчка, это не значит, что его нужно срисовать с прототипа во всех деталях. Задача художника — нарисовать привлекательного персонажа, который бы в общих чертах передавал нужного вам героя. В это же самое время художники по фону занимаются созданием атмосферного окружения. В мультфильмах локации являются безмолвными персонажами, благодаря которым мастера карандаша передают не только окружение в сцене, но и чувства персонажа. Заставляют нас за одну секунду перенестись с солнечной улицы в дикие джунгли за тысячи километров. Создавая мультфильм, не обязательно рисовать конкретную местность детально. Главное — создать атмосферу, чтобы зритель почувствовал ее. Реалистичность в данном случае не столь важна. Отбросьте все ненужное и оставьте только то, что передает дух выбранной местности. В целях экономии средств и времени для мультфильмов обычно рисуют красочный фон, который либо остается статичным, потому что взгляд зрителя чаще всего привлекает подвижный персонаж, либо его движение создается при помощи камеры. Порой зритель замечает эту неподвижность, однако в силу привлекательности фона прощает эту незначительную погрешность. И вот в нашем распоряжении аниматик, персонажи, голоса актеров, фон — первые кусочки мозаики нашей предстоящей картины. В принципе, в небольших масштабах это все можно сделать и в домашних условиях.
Не верите мне, тогда у вас будет целая неделя, чтобы в этом убедиться. Так как о завершающей стадии производства рисованного мультфильма мы поговорим с вами уже в следующий раз.